Анализы сюда в карточку вам вклеила. Все замечательно. ЭКГ тоже хорошее. Сатурация 98, все спокойно. И этому человеку 95 лет. Мария Холодкова – один из самых возрастных пациентов в крае, да и, наверное, в мире, который поборол коронавирус за всю историю пандемии. 50% поражения легких, двусторонняя пневмония. В больнице Мария Матвеевна провела почти месяц. Там же встретила свой 95-й день рождения. И я, значит, не вхожу в какую-то там печаль или что-то. У меня, значит, там, как началось, демонстрации были, «Маша, запевай». И, значит, я как запевала, значит, и вот так песня у меня до сих пор, значит, в моей душе. 4 сына, 7 внуков и 10 правнуков. Она старшая по подъезду, разносит квитанции в ясном уме. Конечно, дожить до такого почтенного возраста Марии Холодковой помогли не только песни. У меня тренажер, я, значит, хожу по дорожке. Молодец. Делаю гимнастику утром небольшую. Это просто сложившийся образ жизни у пациента. Согласно вот обследованиям и наблюдениям участкового врача, она в очень хорошей форме, в хорошем состоянии. Дай бог нам всем так выглядеть, как бы в ее возрасте. Сейчас Мария Матвеевна проходит углубленную диспансеризацию, которая положена всем жителям региона с постковидным синдромом. Пациенты проходят общие анализы, биохимию, ЭКГ, спирографию. Марии Холодковой в свои 95 повезло победить коварную болезнь и выжить. А ведь иногда в реанимацию попадают у тех, кому нет и 30 лет. Поэтому сейчас, спустя полгода после выписки, Мария Матвеевна прошла вакцинацию от коронавируса, к чему призвала и своих родственников. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.